В Якутске приостановили занятия во всех школах. Дети не будут учиться с 3 по 13 февраля. К такому решению сегодня пришли на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии. По итогам трехдневного мониторинга в столице отмечают рост заболеваемости ОРВИ, превышение недельного эпидемического порога 15%. Городское управление образования также официально отменило дополнительные занятия и другие внешкольные мероприятия. Следующее заседание комиссии состоится 13 февраля. Довольно долго держались без карантина, и вот эти точечные меры закрытия классов, групп, детских дошкольных учреждениях, и даже вот последние дни несколько школ были закрыты, они дали хорошие результаты, но сегодня мы, тем не менее, решили о приостановлении учебных занятий во всех школах нашего города, в учреждениях дополнительного образования для детей с 1 по 12 класс. 12 класс, я говорю, потому что центр образования у нас 12 классы, с 3 по 13 февраля. Следующее заседание СПК пройдет 13 февраля, где мы примем решение либо о продлении, либо о приостановлении карантина.